Всем добрый день, дорогие друзья! У нас новый день, и у нас сегодня распаковка посылочки от нашего любимого Василька. Вот такая вот небольшая посылочка. Сейчас мы с вами ее распечатаем и посмотрим, что же там. Я знаю, что там. Поэтому сейчас будем распаковывать с вами и смотреть, что же интересного в этот раз нам Василек предоставил для обзора. Ой, тут еще один покупок. Вот так вот это сделаем. Достанем. Видите, как Василек хорошо упаковывает. Тут у нас хочется заклеить, но мы сейчас все это обрежем. Дорогие друзья, заходите на сайт Василек. Там очень часто обновляется сайт, и очень часто всякие новиночки есть. Так, ну давайте будем вот так вот открывать. Смотрим. Это футболка женская, Ника Олива. Это я себе заказывала футболку 52 размер. Вот такая вот. У меня уже наподобие есть такая черная. В этот раз я взяла себе зеленую. Потому что зеленый цвет вроде бы как кто-то из подписчиков написал, что мне к лицу. Поэтому взяла такую. Ну вот такая вот футболочка. Дальше. Колготки детские, ростовка 122-128. Сейчас распечатаем, порвали уже все. Посмотрим. Чисто розовые, просто розовые вот такие вот колготочки. Мариночки в садик ходить. 128. Без рисунка, без ничего, просто однотонные колготки. Я брала уже как-то на Васильке, мне понравились. Дальше. Я прям просто достаю и не смотрю, что там. Дальше. Носки подростковые для девочек. Так. Мой стиль 30-36 размер. Сейчас достанем, посмотрим, какие. Тоже просто однотонные вот такие вот носочки. Давайте даже одну упаковочку открою и покажу, какие они. Вот такие вот. Вот такие вот носочки. Тут их сколько так? 2, 4, 6... 8, 10, 12 штук в упаковке. Очень хорошие носочки. И все разные оттенки. Видите, и розовые, и темно-синие, и голубые, и черные, и серые. Классные носки. Дальше смотрим. Тут это нижнее белье показывать не буду. Но там плавочки. Плавочки на Васильке брала, всегда нравится. Так, следующее давайте покажу и расскажу, кому и что. У меня здесь, сейчас буду распаковывать, скажут, вот раньше, наверное, беременна. Ребят, сразу хочу сказать, у меня у подруги скоро дочка родит. И я решила им на подарочек кое-что заказать. И сейчас я вам это покажу, что именно на подарочек я им заказала. Вот такие вот ползуночки, смотрите, какие маленькие. Я уж забыла, когда у меня дети такие маленькие были, ребят. Тут на ножке такой бантик. Ткань, кстати, очень приятная. И расцветка такая у нее, потому что девочка будет. И поэтому я взяла. Это у нас ростовка 74 сантиметра. Ну, вот такие вот ползуночки. Нравится, Света? Красивые, да? Ползунки. Так, отдельно положу сразу, чтобы не ждать, не смотреть. Дальше. Потом, что я взяла? На 6 лет это на Мариночку маечка с плавочками. Вот такая вот маечка с котятками. И вот такие вот трусики. Очень красивые Мариночки в садик. Брала уже неоднократно на Васильке. Очень нравится по качеству. Дальше смотрим. На Ванюшку брала на 5 лет. Тоже маечку с плавочкой, но уже вот такой вот расцветка. Там на мальчика выбора-то такой как бы есть, но на сильно больших. А на Ваню как бы так бы сильно нету. Вот на 5 лет вот такой вот наборчик. Я брала на 4 года, он ему быстро маленький становится, поэтому я взяла на 5 лет, это лучший вариант. Дальше опять на девочку, на 7 лет. Я очень надеюсь, что на Оксану подойдет, но я уже вижу, что он ей маленький.
Плавочки, может, ей и будет как раз, а маечка ей маленькая. Даже плавочки будут маленькие. Ну, вот такой вот комплектик тоже с киской, маечка с плавочками. Так, пакетик сюда уберем. Дальше на Ваню на 4 годика еще один комплектик взяла. Это вот такая вот маечка. Я уже брала, ему очень нравится. По качеству мне нравится. И Ване очень нравится. И к ним идут вот такие вот еще трусики, как боксеры. Очень классные. Сразу убрать. Очень классные, очень хорошие. Но мне кажется, что-то маленькие совсем трусики. Ну, вот на 4 года такой комплектик взяла ему. Для садика. Мы в основном всегда новое в саде берем. Дальше футболка. Тоже Ванюшки, потому что у него все футболки идут на 3 года, а они ему уже становятся маловаты. Поэтому вот эта вот футболка у меня на ростовскую 104. Надеюсь, что она ему хоть немножко подольше, но послужит. Вот такая вот футболка. Рисунок там банан. Сидит, коктейль пьет. Видите? Банан, коктейль пьет. Ну, футболочка хорошенькая. Дальше. На 5 лет тоже на Ваню, на вырост футболочка вот такая вот. Но я говорила уже, что он быстро растет и быстро ему футболки маленькие становятся. Поэтому вот такую вот футболку еще взяла с машинками. Дальше у нас есть у Вани водолазка темно-синяя с воротником. Я ему заказывала, она ему очень хорошо. И поэтому я нынче заказала еще в саде ходить вот такую вот нежно-голубенькую водолазочку на 4 годика. Мне очень понравилось. После стирки классно все держится. Поэтому вот такой водолазка будет. Еще одна у Вани. Дальше смотрим. Прайс-лист. Дальше смотрим, что есть у нас. Постельное белье на молнии. Это я полуторку заказала нам. Больше для Вани, потому что Ваня со мной спит. На молнии заказала ХБ. Хлопок 100%. Сделано в России по ГОСТу. Уже не первый раз брала. Попросила сделать мне на молнии. Мне сделали отдельно. Там можно, да, ребята. Если у вас комплект идет и там написано, что не на резинке, просто вы можете написать в отдельном сообщении, что сделайте мне, пожалуйста, на резинке и предоставят размеры вашего матраса. И вам подберут под ваш матрас, а сделают простынь. И они очень хорошо делают, и была уже неоднократно, всегда беру и нравится. Вот такая вот полуторка. Почем эта полуторка? Сейчас я вам постараюсь сказать. Так. Полутора спальня. 1370 выходит с простынью на резинке. Также оно еще идет, наволочки идут на молнии. И пододеяльник тоже идет на молнии. Поэтому вот такой вот комплект полуторный. На Новый год постелим дома новые комплекты. Дальше, ребята. Я уже вам рассказывала то, что я заказала. Взял новые шторы. Да, я знаю, что это кофейные вот эти вот, кстати, с Василька. Это для кухни. Но на тот момент из того, что там было, мне как бы не очень все нравилось. Поэтому я заказала с цветочками сейчас вот такие вот шторочки. Это вот к шторочкам идет. И, кстати, по цене что это? Шторы. Ростовка, сейчас скажу, какая. Колготки комплект штор. Размер 180 на 145. Цена 1389 рублей. Ребят, по сути, за две шторки это недорого. Так, сейчас посмотрим. Одну шторку мы с вами посмотрим. А вторую уже не будем. Вот такая же вот шторочка идет. И вот... Ой, сейчас все упадет у меня тут. И вот такой вот рисунок. Напишите, как вам. Мне нравятся цветочки такие красивые, да, Света? Как бы это спокойный рисунок. Я не люблю сильно яркие. Я вообще бы взяла бы лучше что-нибудь темненькое. Ну, вот там вот выборы как бы быстро разбирают на Васильке шторы. Но вот такие вот в целом я заказала шторы. Поэтому в ближайшие дни мы поменяем здесь и повесим на такую штору. Так. Ну, вот шторы мне нравятся, по качеству классные. Дальше достаем последнее то, что я заказала. Это что-то распашонка-то у меня не пришла, распашонки нету. Я еще заказывала, по идее, распашонку, но она, видимо, не пришла. Короче говоря, комплект детского постельного белья
в детскую кроватку с такими с принцессами, с куколками. Надеюсь, понравится. Это тоже подруге вот так вот все вместе и положу. И подарю новорожденный, когда ребенок родится. Так, здесь постель в детскую кроватку. Сколько же она стоит? 548 рублей. Бязь идет. Простыня на резинке, ребята. Да. Комплект постельное белье, простыня на резинке. Да, все правильно. Майка простынички. Колготки, майка, комплект. Вот такой вот, ребята, был небольшой заказ. Ссылочки я оставлю все в описании, поэтому проходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на наш канал, заказы делайте, заказывайте. Там есть как для взрослых, так и вот для таких вот маленьких малышек. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем говорю пока-пока!